Astăzi cineva îmi spunea că au fost niște solicitări din partea la nu știu care agent economic de a crea un fel de stație auto la intrare în Bălți. Deci unii s-ar opri transportul care vine din raioane, că chiar să-i duci pe Tesla la autovokzal, mai ales că autovokzalul din tăi l-a luat Șorșa, l-a luat Sfântul Duh și până la urmă s-a mai schimbat acolo vă doi proprietari. Până la urmă, acolo băieți flăcăie mai mult vor un centru comercial decât gara auto, din ce și eu am înțeles. Și noi, apropo, их надо будет найти и пригласить, потому что из-за коронавируса. Есть представители автовокзала? А? А? Вы представляете владельцев, да? Значит, давайте встречаться, собираться. То есть мы же говорили, что вы представите какой-то проект, чтобы мы убедились в том, что там будет автовокзал. Я не против, чтобы там даже был мол 50 тысяч квадратных метров. Но чтобы это ни в коем случае не повлияло на то, что людям негде будет стоять, и одни будут вынуждены стоять где-то при въезде в город на Штефан-Чалмарий, вторые еще где-то и так далее. То есть я готов в ближайшие дни, в любое время передайте. Я говорил как-то с одним, по-моему, даже из ваших акционеров, был разговор, что мы можем в Кишиневе сесть, переговорить, сюда приехать. Дайте проект, чтобы начать двигаться, и самое главное, его нужно показать жителям города. Его надо показать жителям города, транспортникам. Может быть, кто-то внесет какие-то свои предложения. И тогда у вас не будет никаких проблем. Потому что по-другому постоянно будут, могут прийти транспортники, могут прийти жители города. Ну и потом попадем в какую-то историю. Мне не важно, что будет сверху. Мне важно все, что связано с автовокзалом. Чтобы я вышел к людям бельцам и сказал, вот что предлагает инвестор. Ну и соответственно, что то, что вы предложите на экране или на картинке, чтобы это стало реальностью. Если вы готовы, я сейчас обращаюсь ко всем экономическим агентам, может быть, кто-то смотрит нас в прямом эфире, мы готовы сегодня организовать несколько таких площадок при въезде в город, потому что это очень положительно. Я видел положительные результаты такого проекта в Москве, когда при въезде в город все, люди оставляли свои машины, потом начинали пользоваться общественным транспортом, и это реально серьезно повлияло на трафик.